Воно небезпечніше, ніж СБУ. Для мозгу корисніше, ніж ПТУ. Великий вплив має, як НБУ. Про блогерів шоу, дивись ТБУ. Доброго дня, шановні друзі, з вами програма ТБУ «Топ-блогери України» і я її ведучий Тарік Назалешко. Сьогодні у мене дуже цікавий гість, дуже розумна людина, з якою завжди цікаво поговорити. Дмитро Марунич. Здравствуйте. Вітаю вас. Знаєте, переважно на різноманітних передачах, коли про людину нема що сказати, то пишуть просто, що це, скажімо так, експерт. От. Ви експерт, фахівець в галузі, все, що пов'язане з енергетикою, скажімо так. Ви могли б трошки розповісти про ваш досвід, щоб переконати наших телеглядачів, що цю людину варто слухати? Ну, действительно, да, сложно о себе говорить сразу. Я не буду говорить, что я... Знаете, есть, кстати, в нефтегазовой отрасли люди, которые прошли путь от там, бурового мастера до руководителя там, крупнейшей газодобывающей компании страны. Я, конечно, о себе такого сказать не могу, но, с другой стороны, у меня и виллы нет под... в Кончазавске. Да, но я достаточно длительный период работал в нефтегазовом секторе, в компании «Укрнафта», потом в «Нефтегазе Украины». 6,5 лет после этого мы с коллегами там, постоянно же, знаете, как красные пришли, белые пришли. Никто никуда не собирался уходить, но уйти пришлось в 2010 году. И мы запустили уже фонд энергостратегии как консалтинговую компанию, ну, с бывшими и не только бывшими коллегами из нефтегаза. И вот с 2010 по текущий года, по текущее время, в принципе, я не хочу хвастаться, достаточно успешно занимаемся консалтингом в области энергетики. То есть, на самом деле, как бы разговоры на телевизионных каналах и в вашем уважаемом канале только часть большой работы, которая не публична. И скажу вам откровенно, в государстве Украина, ну, если там в сопредельных государствах, я знаю там виды деятельности, вот пошел на телевидение, там языком поговорил и денег заработал. Иногда большие деньги даже достаточно, по украинским меркам так вообще. Большие деньги за такую работу. Здесь, в государстве Украины, так не заработаешь. Поэтому основе, конечно, мое направление деятельности, чем я занимаюсь, это аналитика, это консалтинг для субъектов внутри государства Украины и за его пределами. Вот, собственно говоря, вот, ну, что касается производственной части, вот что могу себе рассказать. То есть, да, там, ну, плюс большое количество каких-то публикаций в украинских и зарубежных СМИ по темам энергокомплекса. Ну, и даже в большей степени, наверное, нефтегазового комплекса. Они есть, их они доступны в открытом доступе, ну и как бы все комментарии украинским и иностранным СМИ по данным вопросам. Ну вот коротко так. Ну, участвовал. Наши телеглядачики переконалися, что вас варто слухати. И від того вони... Они уже сами решают, это им решают, слухати чи не, чи вимикати, вибачте. Вони слухають обов'язково, і вони надіються на те, що ви зараз нам розповісте щось добре, пов'язане з тим, що може дешевше будемо сплачувати за газ, може... Ще якісь покращення нас чекають. Що стосовно субсидій, дуже хотілося б почути вашу експертну оцінку. Так, давайте все не сразу, как бы, так, ви з міста в кар'єр. Давайте почнемо, наверное, з тарифом. Я не вижу, честно говоря, особых оснований для снижения тарифов. Да, в принципе, я не совсем понимаю, откуда вся эта история взялась, что Зеленский обещал. Но посмотрите его программу, там черным по белому не написано о том, что тарифы должны снижаться. Ну, не написано там такого. Да, в ходе кампании он несколько раз заявлял нечто подобное дело, но в программе не написано. Как говорится, в программе не написано, что, значит, не должен. Это первое. Ну, вот удивительно мне слушать, второе, удивительно слушать нынешняя власть, там, в лице премьер-министра и близких к нему чиновников, говорят, мы же летом снижали тарифы на газ. Ну, они же снижали. Они сами снижались вслед за падением цен на импортный газ. На европейских биржах мы привязаны по импортному паритету, они снижались. Сейчас они начали расти. Вот на ноябрь плюс 15% тариф для населения. Это все правда. Поэтому пока никто ничего не снижал. Будут ли снижать дальше, откровенно вам скажу, это противоречит действующей нормативной базе. В стране, в государстве Украины, есть закон о рынке природного газа. Там черным по белому, на нашими кириллическими буквами на украинском языке написано. С 1 января 2020 года газ – свободное ценообразование. То есть что значит? Вот есть вот биржа внутри государства Украины. Она, кстати, есть, между прочим. Там идет торги каждый день. Ну, каждый сессионный день.
Там формируется цена, не намного отличающаяся от импорта. Не намного. Ну, бывали периоды чуть меньше, как правило, но это не принципиальная разница. И она не может быть принципиальной, потому что Украина много импортирует. И там оттуда должен браться цена для конечного потребителя. И какая она будет, зависит только от рынка. Например, если транзит российского газа прервется, то мы можем... Это может быть? Конечно, несомненно. С 1 января следующего года. То европейские биржи сразу улетят в космос. Цены, это очевидно, на фоне паники. И можем иметь, если Кабмин не примет никаких иных решений, то можем иметь тариф, точнее, цену для населения там, и 12 гривен за куб, и 13 и выше. Другое дело, что Кабмин, возможно, в этой ситуации будет пытаться каким-то образом эту всю историю, как говорится, демпфировать, то есть остановить этот рост цен. Я, насколько мне известно, такие намерения есть. Они связаны как бы и в том числе с угрозой, о которой я уже сказал, с угрозой резкого роста цен на импортный газ. Но будет ли принято такое решение, не знаю. А, Б, как оно будет корреспондироваться с действующим законом, о котором я уже сказал, о рынке газа природного, тоже непонятно, потому что в законе написано черным по белому. Нужно будет как минимум тогда вносить изменения в закон или придумывать нечто такое, чего пока еще у нас не придумано. А, субсидии последние, вот, смотри. Да. Чуть не забыл. Субсидии будут. Ну, смотрите, как, если подходить к этому вопросу, как бы чуть глубже копнуть, эта вся история началась еще в 90-е годы, когда начался рост цен на энергоносители, а доходы населения были низкими и плохо росли, скажем так. И этот механизм был, по сути, привлечен, взят из развитых стран Евросоюза. Там нечто тоже схожее действует для бедных. Как оно все работало? 10% для неработающих, 15% для работающих. Вот если ваш платеж за ЖКХ и энергоносители превышает вот эту долю от ваших доходов, то вы получаете, имеете право на субсидию. Худо-бедная система работала в 90-е годы. Ну, в принципе, потом, где-то, вот последние годы господина Януковича, в принципе, уровень субсидиантов резко снизился, потому что доходы росли, а услуги ЖКХ стоили не так дорого, как сейчас. А вот все изменилось резко уже со сменой власти. Была принята иная либеральная повестка дня, и резко начали расти тарифы на ЖКХ, энергоносители, и выросли очень существенно, кратно выросли. На газ совокупно тариф до начала прошлого года поднялся, вот если брать там, с сравнивать с 2013 годом, более чем 10 раз. Более чем 10 раз. Ну, такой вот показательный пример. Ну, про це дуже рідко чомусь кажуть. А почему? Оппозиционные политики часто об этом говорят. Так а толку что говорить, понимаете? Мы уже так говорили, знаете, столько, а ничего не меняется. Ну, я закончил о субсидиях, собственно говоря. Но потом что произошло? Вот последние годы господина Порошенко произошла ужасная ситуация, ненормальная. Такого быть в принципе не может. В отопительный период в государстве Украина на субсидиях сидели 60% домохозяйств. Ну, потому что просто иначе они бы не заплатили, или они скрывали свои доходы, что тоже вероятно, но не такая большая доля, есть теневая экономика, это понятно, мы сейчас не будем об этом отдельно говорить, но это очевидные вещи. В отдельных регионах, особенно западная Украина, Тернопольская область, до 90% в отдельных районах домохозяйств получали в топ-сезон субсидии. Ну, вот такая вот такие реалии. Конечно, это ненормально. Это искривляет, в принципе, всю суть. Субсидия – это помощь малообеспеченным. Когда в государстве 60-70% малообеспеченных, значит, это все работает неправильно. Такого быть не может. Нужно корректировать тарифы. Последнее. Новая власть в лице Зеленского обещала много. Сначала было заявление, ну, не Зеленский говорил, господин Герус. Он тогда был у него представителем президента в Кабмине. Сейчас уже нет, его уволили, но он остается главой комитета парламентского по ТЭК. Обещал он, что субсидиантов станет на миллион больше, что мы расширим программу. Это все есть в открытых источниках летом текущего года. Потом обещали, что после 70 лет пенсионеры вообще не будут платить за ЖКХ. Ну, это вообще странная история, но бог с ним, она была, действительно имела место. Чули президента, да, він в Теслі, коли їхав, і каже, я дуже хочу, щоб бабушки... Ну, это вообще, это отдельно, мы не будем сейчас, это интересная тема, мы можно отдельно поговорить, но это просто займет кучу времени. Что в итоге-то, важно что понимать. В итоге кабинет министров Украины буквально совсем недавно внес изменения в действующее постановление, согласно которому обязательный платеж для домохозяйства работающего увеличен на 30%. То есть раньше, теперь 20% от дохода. Вот это правда. То есть говорили, обещали одно, сделали совсем другое. Поэтому на следующий год в бюджете, проекте, который рассматривается парламентом и подан новым Кабмином, количество денег на субсидии уменьшено на 6 или на 7 миллиардов гривен. Вот часто задают эти вопросы. Почему? Я вам объясню, почему. Потому что власть урезала
по сути, даже не урезала, она сделала так, что обязательный платеж вырастет. То есть все, кто претендует на субсидии, будут платить априори больше своих денег, чтобы потом получить субсидию. Раз. Второе, действующая власть не изменила, скажем так, вот те... То, что делало правительство Гройсмана, оно последовательно, ну, в принципе, по указке западных финансовых организаций, все очевидно, оно ужесточало критерии предоставления субсидий. То есть это вот вся история, помните, доходы, крупные покупки, там, условно говоря, прибежала инспекция, запустили же инспекцию, которая должна ходить по квартирам, и я, знаете, так, шутки шутками, вот зашли у вас, увидели, что у вас мясо стоит в борще на плите. Вот и не будет вам субсидий. Ну, я, конечно, утрирую, но логика примерно такая же. Они имеют право, эта инспекция, осуществлять проверку вашего реального уровня жизни. Если вы, например, прячете миллионы в своей квартире, или там мясо у вас на обед, на завтрак и на ужин, а может у вас лосось, например, то тогда, в принципе, есть основания не давать вам субсидии. Вот это просто одна из таких, ну, я уже как бы немного, наверное, так красочно это все пытаюсь рассказать, но чтобы люди понимали, что новое правительство никоим образом не изменило курс предыдущего на ужесточение критериев предоставления этих самых субсидий. Вот таковы реалии на текущий момент. Ну, дякую. Так, дуже... Боже, ну, ви такий вопрос задали, я пытался, ні, я даже здорово, коротко, здорово, я старався здорово. Тут некоторі речі упустити. І тоді у мене одразу наступне питання до вас. Дивіться, нам, дякувати Богу, зараз дуже, дуже непогана погода у нас. От, і, в принципі, ми всі зараз переходимо трошки, наближаємося до зими, і, ну, в принципі, почався опалювальний сезон. Скажіть, будь ласка, а як у нас взагалі держава підготувалася до цього сезону? Ой, ви знаєте, о погоді, я от, кстати, даже вам скажу, я отлично, хотілося б, щоб сніг випав, полежав, хоч на лижах удастся покататися. Надіюсь, в цьому році, тому що що було в прошлом году, це какой-то позор. І, кстати, плохо для народного хозяйства, сельского хозяйства і так далі. Ну, да, вопрос о топ-сезоне. Ну, правительство, как обычно, у нас разрекламировало себя, хотя по закону, по нормативной всей действующей базе, у нас за отопительный сезон отвечают местные органы власти. Мэры, главы администрации и так далее и тому подобное. Это очень важно. В целом, пока, ну, вверх, а топ-сезон-то, по сути, ну, он, конечно, стартовал, и дай бог, что стартовал, потому что есть пару населенных пунктов, где ситуация, мягко скажем, очень плохая, и вот как только сейчас мороз, а мороз уже на пороге, там будет совсем уже дела плохи, но благо этих пунктов населенных мало, их единицы. Сейчас отдельно. Тобто у нас не будет смелых, как... Ну, вот, давайте сейчас мы об этом... Я в целом, вы спросили в целом. Пока как бы все стабильно достаточно, большей части дали тепло, потребителей населенных пунктов. Но опять же, на фоне того, что очень действительно мягкая осень, и фактически-то их морозов-то не было, только в отрицательные температуры, не на всей части страны, и только в ночное время, которое сейчас опять оно отступило, но сейчас, возможно, уже таки вернется, потому что в Москве, говорят, будет минус 8, а у нас как в Москве через 2 дня в Киеве, почти. В целом, пока ничего плохого, ничего страшного не случилось, да не должно было случиться. Какие риски основные, они никуда не исчезли. Это долги, во-первых. 60 миллиардов гривен, это долги Теплокоммунэнерго, долги распредкомпании за газ. На этой фоне звучат какие-то дичайшие совершенно предложения со стороны нефтегаза Украины. Что, кстати, Коболев предлагает? Он говорит, ребята, если вы накопите, ну, давайте так, город Киев, предположим, кстати, большой, крупнейший должник перед нефтегазом. Те долги как были, так и остаются большие, очень большие. Он говорит, если вы накопили задолженность за, ну, например, за какой-то период, то просто мы безакцептно спишем с вашего городского бюджета. Ну, не важно, на примере Киева. Сейчас это невозможно. Но тогда возникает вообще простой вопрос. У нас, извините, вот этот вот очень непонятный человек, который руководит городом Киевом, который не может зачем-то... Не может достроить этот мост, это позор просто, который, ну, из-за которого грошей. Полгорода стоит, понимаете, не выстачает. Миллиард, а при этом мало. Тратится 400 миллионов гривен на совершенно бессмысленное сооружение из стекла и бетона, которое городу не нужно. Ну, окей, ну стройте себе на даче, там, за личные деньги. Городу нужно построить было новый мост на Большой реке, или на Шуля, Шулявский мост, так называемый. Почему? Там конь не валялся. Вот возвращаясь к чему иду. Коболев что предлагает? Мы у вас эти деньги просто-напросто заберем за газ. Все, безакцептно, то есть вы даже ничего сделать не сможете. Давайте внесем бюджетный кодекс такие и другие нормативные акты. Это дико, если честно. То есть вместо того, чтобы решать проблемы, как-то, я не знаю, как система, наверное, к тарифной политике нужно подойти. Снижать тарифы нужно. Вот. Разбираться с тем, почему не платят ТКЕ. С распредкомпаниями, Болгазами бывшими, там вообще ситуация аховая. Там нужно корректировать тариф на распределение газа. Нужно пойти на решение, которое аппетиты Коболевой компании, я вам сразу скажу, умерит
У них в тарифе текущем для населения, ну, возьмем тариф для населения, для промышленности, не суть важно, там 80%, ой, 88-90% это деньги, которые забирает нефтегаз. Такого нет, вот мы идем там в эту цивилизованную Европу, нет нигде. Це Європі треба до нас тягнутися, да? В цьому сенсі. Я вже не знаю, кому куди. Щоб заробляти нормальні гроші. Розпредкомпанії є денег, і це угрожає, от ви говорили, я говорю о рисках. Долги, і за ними може бути збой при поставці газу зимой, коли люди просто-напросто за зарплату 4-5 тисяч гривень уволяться, уїдуть в Польщу, вже уїхали. Нікому буде просто аварійні ситуації на містах ліквідувати, і навіть систему, там навіть не в аварійних, обслуживати це оборудовання на містах. Це вопрос дуже жорсткий. И правительство Гройсмана его не решало, причем намеренно. Это непопулярная история, потому что нужно было либо понизить хотелки нефтегаза, либо поднять тарифы на население. На эту, понимаете, в чем дело? Это опять политический был вопрос. А куда его дальше поднимать? Понимаете, в чем дело? Вот такая вот история. Ее не решал никто. Вот это риск номер один. Долги и связанные с ними вещи. Риск номер два – это крупные инфраструктурные аварии. Вот тут, подходя к ответу на ваш вопрос, номер два смело. Смели, благо, Кабмин дал 17 миллионов гривен помощи. Я не знаю, кстати, будут они возвращать или нет. Ситуация там не решилась, но, по крайней мере, они закрыли какой-то долг перед нефтегазом, насколько я понимаю. И пока топ-сезон там стартовал, вот это несчастные Смели. Но там долг 140 или 120 миллионов гривен. Он никуда не исчез. Нефтегаз его не списал, не спишет. Более, он пойдет в суд и будет требовать от них это погашение этого долга. Вот. Но есть два, у нас новые точки проблемные образовались. В частности, новый раздол, это город Львовской области, небольшой. Там топ-сезон так и не начался. И опять мы видим в нашей стране, как обычно, знаете, рынок, когда нужно, мы рыночники, знаете, как, знаете, не тот про ежиков и про этих там, как его, и про сов, там, то ежики или совы. Вот очень похожая ситуация. Уже тогда едет руководство нефтегаза, и всем, премьер сначала рассказывает, мы вас возьмем на... Будем решать ваши проблемы. Там просто развалилось теплокоммунерго. Местные власти, это нужно, конечно, у мэра спрашивать, как такое вообще в принципе у горсовета могло случиться. Там полный развал. И, насколько мне известно, стоит вопрос о том, чтобы как вообще ТЭЦ запустить, как людей обеспечить теплом. Я не знаю, это нужно спрашивать, прежде всего, у мэра и, наверное, у Львовской областной власти, потому что тоже к этому имеет прямое отношение. Так вот, пусть они там не выборы организовывают очередные, сейчас же все готовятся, а разберутся с этим новым раздолом, где люди в буквальном смысле сидят в холодных квартирах, и сейчас, если похолодает, то будут сидеть просто в квартирах отрицательной температуры, со всеми вытекающими последствиями, может быть уничтожена система централизованного теплоснабжения. Это второй крупный риск, инфраструктурный. Вот. Я надеюсь, что крупных аварий не будет, и все-таки в этом новом раздоле еще там есть пару проблемных населенных пунктов и во Львовской области. Как-то оно, ну, при участии местных властей хотя бы сядут и будут решать проблемы. Пока они не решаются. Вот коротко по топ-сезону. Так, плюс, конечно, важно еще понимать, какая будет зима, суровая или не суровая. Если суровая зима, то, конечно, риски эти возрастают, очевидно. Зима будет теплая, то, как вы понимаете, в общем, можно и так, извините, пересидеть, я шучу, конечно, но, по крайней мере, риски снижаются объективно. Потому что то, что произошло, вот я работал тогда в нефтегазе, я прекрасно помню Чевск, 2005 год, просто тогда там нефтегаз же начал там решать эти проблемы Алчевска там по-своему как-то, ну, в общем, решали. Так там катастрофа случилась. Одна шла труба с ТЭЦ, ТЭЦ была при медкомбинате, и она вышла из строя по причине старости. И огромный, ну как, большой город остался просто без тепла, причем в морозную погоду, что очень важно. Не было, температура была ниже, чем минус 5, достаточно суровая была тогда часть зимы, это был январь или начало февраля. То есть не повезло Алчевску. Вот это вот второй крупный риск, который возможен, к сожалению, у нас инфраструктура не молодеет. Она, кстати, очень-очень не... Знов ми закінчуємо якось на песимістичній ноті. Ну, давайте про позитивне. Пан Ляшко подрався з паном Герусом. Ви можете пояснити, хто з цих людей правий? Ну, чесно скажу, я... Давайте, чого я, сварка? Я, конечно, отвечу на ваш вопрос. Сварка, ну, мне кажется, да. Не, во-первых, они не первый раз публично сталкивались, скажем так. Господин Ляшко пытался там этого Геруса достать на каких-то мероприятиях в парламенте, даже там на выходе из каких-то комитетов и так далее. Просто впервые там ведь бывает такая, что в ханы нам, что драка это назвать, наверное, не стоит. Это, ну, сложно назвать дракой. А между двумя мужчинами. Ну, да, дело не в этом, мы сейчас не будем в этом разбираться. Суть очень простая на самом деле. И я скажу вам тут как-то, если серьезно смотреть в это направление, точнее, на этот вопрос, то получается, что господин Герус, глава комитета парламентского по ТЭК, очень эффективно и быстро в сентябре текущего года протащил поправку в действующее законодательство, закон, кстати, об
ядерной энергетики. Но так получилось уже. Не хочу с нюансами вдаваться для вашей неспециализированной аудитории. Факт есть факт. Эта поправка дала возможность, причем этот закон, чтобы вы понимали, принял парламент очень быстро, такой по ускоренной процедуре, и сразу же подписал президент. Что тем более наталкивает на определенные подозрения и размышления. Стал возможен импорт электричества из стран, не входящих в состав так называемого европейского энергосообщества. Ай-яй-яй. Это Россия и Белоруссия. Ну вот, и все. Пошел импорт из России и из Белоруссии. Он ударил по внутренним потребителям. Более того, я вам скажу. Следующий год у нас в энергобалансе прогнозном объем импорта должен вырасти почти в 3 раза. Кстати, достаточно весомая цифра. Это объективно бьет по интересам украинской генерации. Объективно. Понимаете, во-первых, там же что еще получилось? Импорт из России, конечно же, дешевле. Я далек от мысли, что россияне будут продавать там электричество дешевое. Сейчас просто им нужно отхватить кусок нашего рынка, так бы поступали все. И как поправка Геруса, так называемая, вот о которой я уже говорил, она позволила это электричество продавать по прямым договорам, так называемым, напрямую, промышленным предприятиям. І це самый мощный був удар. А чи є людина, яка не зацікавлена в тому, щоб заходила російська енергія? Нас є якісь олігархи, які заробляють безпосередньо на... Ну, конечно, и в целом вся генерация, в том числе, если вы намекаете на господина Ахметова, в этом не заинтересованы. И, конечно же, Ляшко в этом смысле, в каком-то смысле мог представлять его интересы. Но дело даже не в этом, повторюсь. Дело в том, что я далек от мысли, что россияне будут долго это электричество продавать нам дешевле. Так не бывает. Вот уголь они продают нам по вполне рыночным ценам. Но не бывает так. Для того, чтобы с россиянами что-то продавали дешевле, газ, нужно с ними договориться политически. С теми людьми, которые сейчас находятся в государстве Украины при власти, договориться политически невозможно. Они не договороспособны в принципе. Ну, это мое мнение, может быть, я хотел бы ошибиться, но я не вижу. Петр Алексеевич вообще был как бы специфический товарищ, он нас вел на войну бесконечно глупую, хотя сам, очевидно, воевать не собирался, или как 2x2. Он хотел бы, чтобы просто война шла до последнего украинца за евроатлантические ценности. Нынешняя власть, она как бы открещивается от курса Петра Алексеевича, но, в принципе, где-то в внешней политике идет тем же самым курсом. Ну, давайте, по крайней мере, то, что есть по факту, то, что я вижу лично. Я за свои слова отвечаю, не пытаюсь стать выразителем чаяния или воли украинского народа. Так вот, резюмируя, это бьет по интересам внутренней генерации, это правда. Вот. И вообще неплохо было бы, я не говорю, что мы не можем ограничивать импорт как таковой электрической энергии, но тут нужно задуматься над тем, важно ли нам, чтобы наши теплоэлектростанции работали, чтобы наш углепром выходил из комы, а он реально в коме. У нас госшахты снижают добычу угля до сих пор. И там ситуация просто аховая. И предыдущее правительство обещало 1 000 000 раз, наш министр бывшей энергетики, 4 раза я лично могу, это все есть публичная доступная информация, обещал, что он разберется с себестоимостью добычи на госшахтах, наведет там порядок. Ничего. Там себестоимость как была огромная, так и она остается. Цены реализации как были самыми высокими, так они и остаются. Но это очень важные вещи. И если мы будем сейчас еще к тому же наращивать импорт электроэнергии, скажу вам откровенно, тут из Белоруссии, окей, бог с ним, просто Белоруссия же сама ее не производит. Дело даже не в России, дело в сути самой импорта. То, конечно же, приедем мы, очень неприятная точка будет, станция конечная. Вот такая вот история. А истории Геруса с Ляшко я бы, ну, потолкались люди, бывает, ради бога. Я бы не уделял такого внимания. Уже после этой истории их столько произошло, я уже в целом скандалов, что, честно, я уже и забыл об этом, понимаете? Каждый день читаешь что-то и поражаешься. Дуже дякую вам за таку експертну оцінку, за дуже цікаву розмову. Ну, а ми в рамках нашого громадського опитування продовжуємо цікавитись думками наших відомих блогерів. Давайте подивимось, що вони скажуть нам на цю тему. Топ-блогери України. На минувшей неделе нам показали вот это. Россиян мы куплять не будем. Если мы будем далее куплять у россиян, ты будешь сидеть в тюрьме. Понял? Боевой радикал Ахметова молотит шестерку Коломойского. Короче, Ляшко вломил Герусу. И у нас сразу же понеслось. Ляшко отрабатывает заказ Ахметова. Вот смотрите. В данном случае вообще вторично, кто у кого отрабатывает. Всегда первична позиция. Не та позиция, которую Гончарук занимает относительно Нефедова. Я сейчас про другую позицию, государственную. И Ляшко ведь оказывается прав. Вот какая у нас ситуация на рынке электроэнергии? Сидите, играйте. С 2015 года мы не импортировали ее из России. Не импортировали не потому, что у нас с русскими срач. Это как раз вторично. Тот же уголь мы покупаем, газ покупаем, ядерные отходы вывозим. Полностью порвать с России у нас не получится, чтобы вам не рассказывали. Но есть такое понятие, как стратегический вектор развития.
Он определяет дальнейшую конфигурацию всего нашего государства. Условно говоря, если мы идем на запад, то мы идем именно на запад, а не петляем в разные стороны, как глаза у Геруса. Украина подписала соглашение об ассоциации с ЕС. По этому соглашению мы должны войти в единую энергосистему с ЕС. Войти туда должны в 2022 году. Войти туда – это не просунуть пи***ть в проститутку. Это в техническом плане гораздо сложнее. Для этого энергосистема Украины должна пройти длительный временной карантин. А именно, несколько лет проработать в собственном режиме. И отключиться от энергосистемы Беларуси и России. Каждый раз, когда я выключаю свет, я вижу женщину. Смотрите, это не вопрос хотелок. Это уголь можно покупать в ДНР, а оформлять как белорусский. В сфере энергетики такая херня не проходит. Энергосистемы таможенного союза ЕС принципиально различны. Отключение – это одно и переход к другой. Это технически необходимое условие. Если ты варишь борщ, то в него не кидают рыбу. Вот это и есть настоящая евроинтеграция. Не закон о мове, не Томас, не писульки в Конституции, а НАТО. Единая энергосистема Украины с Европой. Вот это евроинтеграция. А теперь к Коломойскому. Наш лохматый шутник владеет здесь ферросплавными заводами. Особенность этого производства – они жрут до хера электроэнергии. До 50% себестоимости продукции. При Азарове Коломойский имел нехилые дотации, за которые платили остальные участники рынка. Это вообще тема Коломойского. Тележку утрамбовывает он, а на кассе платят другие. Ты ничего не перепутал? Так. При Порошенко лафа закончилась. И Коломойский энергохолдингу Ахметова стал платить уже по рыночной цене. Это не значит, что он стал жить в убыток. Но пропали сверхприбыли. И вот настали новые зеленые времена. Для начала Коломойский поставил своих людей на государственные центры энерго. Бизнесмен Ігор Коломойський через суд повернув собі повний контроль над Центренерго, однією із найпотужніших компаній з генерування електричної та теплової енергії в Україні. Там його прокладка на автофорс починає покупати, внимание, російський уголь. І внимание номер два. Покупати вище, чем даже по схемі Роттердам плюс. То есть Украина покупает уголь дороже, чем свой собственный. Дальше еще интереснее. Центренерго начинает продавать электроэнергию ферросплавным заводам Коломойского по цене ниже себестоимости. То есть работает в убыток. Убыток на кого вешается? Правильно, на нас с вами, на государство. А Коломойский получает со своих заводов мегапрофит. Свой собственный карман. Комнаты, забитые кэшем. Да-да, типа того, да. Звучит красиво. От схемы охренела вся страна. И чтобы не палиться дальше, Коломойский придумывает еще более чудесную схему. Он запрягает своего косоглазого песика Геруса. Тут протаскивает в Раде поправку о рынке электроэнергии. И вот уже компания Коломойского United Energy начинает закупку электроэнергии у России. Уже сегодня доля русской электроэнергии превышает 11%. Эти показатели только растут. К чему это приводит на рынке? Укрэнерго уже сейчас отключает украинские электростанции из-за импорта из России. Страна начинает нести убытки. Но потому что на рынке неконкурентные условия. И самое главное, мы обыватели. Дешевую электроэнергию как не видели, так и не увидим. Посмотрите на заявление Геруса. Оказывается, Зеленский никогда не обещал, что тарифы на электроэнергию для населения будут снижены. Электроэнергия снижается только для заводов Коломойского. А все мы платим и дальше дикие тарифы. Более того, схема Геруса убивает возможность энергетической интеграции Украины в ЕС. Ведь в Европе рядовой потребитель имеет возможность сам себе выбирать поставщика электроэнергии. У нас опять остается монопольная дичь, при которой кучка веселых негодяев становится еще богаче. Мы и дальше будем платить дикие тарифы по ЖКХ. Пишите на наш сайт, подписывайтесь на наш канал на YouTube. Смотрите внимательно за взглядом Геруса. Человек научился одновременно встречать рассвет и провожать закат. Топ-блогеры Украины. Пане Дмитро, дуже дякую за те, що ви прийшли до нас в гості. Я сподіваюся, це не в останній раз. Будемо вас запрошувати. Будь ласка, беріть трубку, відкликайтесь і приїжджайте. Було дуже цікаво з вами поговорити. Спасибо.
Дорогі друзі, а на сьогодні це все. З вами була програма ТБУ «Топ-блогери України». Ми і надалі будемо слідкувати за нашими блогерами, а ви слідкуйте за нами. І не забувайте підписуватись на наш YouTube-канал, а також шукайте і знаходьте нас в соціальних мережах. Всього вам найкращого. Воно небезпечніше, ніж СБУ. Для мозгу корисніше, ніж ПТУ. Великий вплив має, як НБУ. Про блогерів шоу. Дивись ТБУ.